Арти-25 представляет. А перед просмотром ролика хочу порекомендовать вам канал дизайнера Алекса Лина, который имеет огромный строительный опыт и реализует свои дизайн-проекты под ключ. В своих видео наглядно показывает, как можно сделать ремонт своими руками в условиях жестко ограниченного бюджета, как вас могут обмануть мастера, подрядчики и поставщики. Проводит консультации по ремонту совершенно бесплатно. Все из-за тебя. Нормально, ты мне чувство вины пытаешься просто это пришить. Блин, ответил бы я тебе, да я стример и культуру соблюдаю. Так, Бишоп, просто злорадство какое. Ты что делаешь? Тимоха. Все понятно с этим Тимохой. Странный человек. Страшный даже человек, это Тимоха. Надо как-то доехать, чтобы я все-таки прокидывал вот сюда. Прям чуть-чуть не хватает, кстати. Но я не докидываю. Чуть-чуть. Нет, тут нормально стоять, наверное. Я в том-то и дело, что нам тут только стоять и надо. Сюда? Ну, кстати, почти, но нет. Почти, но нет. О! Только остановись. Потому что снаряд мой будет лететь секунды 4, наверное. Что-то в районе этого. Блин, просто иногда хочется ответить людям, вот, деревянным, вот, ну, хочется просто ответить. Но не могу. Не могу. Стримеру, потому что. Но хочется, не поверите, очень хочется. Можно хоть это еще попадать-то нормально? Он уже уехал отсюда. Пока мой снаряд летел, он уже на другой фланг уехал. Походу. Так, ну сюда я тоже не попаду. Типа закидывает. Так, а что это мы тут стоим, Моня? Ну-ка давай. Тебе вообще смотреть делать нечего, да, чувак? Это, кстати, тот тип, который уехал. Если я ближе подъеду. Ничего хорошего не будет, да? Не, можно сальтушку еще крутануть. Он у трупа стоит, по-любому. Нет, не у трупа. Я ошибся. Не переживай, Паханыч, я освобождаю эмоции. Стой, я хочу пробить тебя. Единственная радость. Моя радость. Моя прелесть. Давайте Мардер осветить. Хотя он тут стоит, я сейчас просто сюда кину и заберу его. Вот так вот. Нет, что, сюда надо кидать? Он по-любому где-то... А, он уехал. Ну, как всегда. Все, никуда не достреливаю. Вопрос, как мне спуститься? Скорее всего, мне придется объезжать просто. Потому что я так разобьюсь. Все же разбиваются, я разобьюсь, да?
Не буду рисковать, поэтому просто поеду объеду. Блин, тут 67-й. А-а-а. Что-то не усек его. А этот съехал. Может, я тоже смогу? Можно! Уи! Сэкономили кучу времени. Сейчас буду стараться сюда закидывать. Но не, не получится. Не, нифига. К сожалению. Мне кажется, эта гора уже не для меня. Пам-пам. Умный в гору не пойдет, умный в гору. Умный с горы упадет. Вот. Надо сближаться с ними потихонечку, потому что они сейчас могут и отстреляться, как бы. У нас там 3-шотных танка. То есть арта заберет там двоих или троих всех. 47, 68, 19 хп. И останемся мы с писюнами просто. Поэтому надо потихоньку ехать к победе. Вот что и происходит. Там левша у них вообще. Вот. А о чем я говорил? Левша уже двух забрал. Сейчас без проблем заберет и третьего. Короче, если я сейчас хедзера не заберу, это ГГ. Лучик, лучик, забирай его. Ясно. 6 хп мне надо забрать. Каким-то образом. Он налево поехал. Он вон там поехал, поверху. Меня левша пересветит. Вот в чем прикол. И хедзер. Против левши идти пвпшиться. Такой себе вариант. А вот против хедзера повоевать можно. Потому что он сейчас приедет ко мне. Вопрос только откуда. Снизу или сверху? Вот он. Отлично, я его увидел. Хотя бы я знаю, где он теперь. Уиу! Минус один бишоп. Сейчас сразу пойдут. А я говорил, что бишоп такой сякой, имба и так далее. Сейчас начнется. О, так, еще раз бишу покатаю. Семьсот урона всего лишь.